А вы знаете, что Дрезден — это столица Саксонии? In welchem Land wurde das ursprünglich gebaut? In der DDR. In der DDR? Ja. Мне там сразу мэром города сделают. Добрый день, меня зовут Алексей, и сегодня продолжаем наше путешествие по воздушной Германии. Мы попали в город Дрезден. Конечно, мы вчера были в Лейпциге, мы не выспались, мы гуляли полночи, но сегодня бодрячком-бодрячком поели дёнера здесь и представляем вам новый город. Дрезден, ну как новый, он старый, только для нас он новый, потому что мы здесь первый раз. И это прямо в центре, прямо в центре города, прямо около церкви, прямо около ратуши. И как бы здесь все было разбомблено, поэтому многие дома во времена ГДР пришлось отстраивать заново в самом центре города. И поэтому они выглядят так, как они выглядят, а именно вот так вот. Есть сочетание, в принципе. Какое-то. Ну, в любом случае, да, органично как-то они сходятся, и вот дальше там дома пошли. Еще, видимо, мне кажется, годов 30-х постройки, потому что в Калининграде такие же есть. Угу. Может, даже раньше они были построены, ну, в общем. И вот этот пятиэтажный дом, хрущевка по-немецки, она сочетается с ними очень, да. Некоторые камни, некоторые вставки, они заменены на новые, видишь? И мне кажется, что это... Ну, либо это от пожара, который в Дрездене был после бомбардировки, вот, то, что здесь все горело. Либо это, не знаю, какой-то грибок в камнях заводится, то, что они черные становятся. А кто бомбил-то? Англичане же, да? А бомбили англичане, да, весь город разбомбили. Евангелическая церковь Кройцкирхе в Дрездене. В 1897 году она сгорела дотла, просто все выгорело. А в 1945 году подверглась бомбардировке, но, в принципе, после войны даже больше сохранилось, чем после пожара. На самом деле, это даже удивительно немного. А вы знаете то, что Дрезден — это столица Саксонии, и здесь много сооружений из песчаника.
Leben wird unser... А, жизнь будет нашей программой. Точно. Жизнь будет нашей программой. Мило. Как переводится Фраункирхе на русский язык, я не знаю. А, Богородица, если не что. Церковь Богородицы. Церковь Святой Богородицы. Освобождение рабочего класса. Ван Вазикано Даспек де Арбайте класса. Эти кусочки брали и их вставляли заново в то место, где они должны быть, а все остальное новое. Ну это на самом деле, как ты думаешь, они реально туда, как бы они там были, или это просто дизайн такой сделал? Нет, это немцы, они очень скрупулезные. Они проанализировали каждый камушек, смотрели старые фотографии, наверное, и сумели подобрать их оригинальное место. Да, не, ну это нереально, ну прикинь, руины, и вот, блин, найти среди этих руин вот эти камушки, которые типа, да не, мне кажется, немцы, они умеют приукрасить. Здания в Дрездене, которые сделаны из песчаника, как нам сообщили, они не подвергаются уже, ну, песчаник невозможно, то есть он со временем чернеет, и его невозможно очистить, он становится черным, и все, с этим ничего не поделать. А вот то, что Фраункирхе, она также выстроена из нового песчаника, они ее покрывают воском, и таким образом получается, что тот песчаник, новые блоки песчаника, из которых сделана современная Фраункирхе или Церковь Богородицы, она не почернеет, пока не перестанут дальше намазывать воском. Фридриху Августу II. Королевская аптека в Дрездене. Когда-то здесь была она. Такие красавцы такие. Идут на тусовку. Идут, у них наверняка голая вечеринка какая-нибудь будет. Они такие вообще... Это какой класс? Девятый, наверное? Девятый классник. Помню я свой девятый класс, эх. Руки вверх тогда появилось. Слушай, Леха, а ты такой в Гамбурге вообще наблюдал? Нет. Я в Западной Германии такого нету. Для них это немножко перебор уже. Для западных немцев. Они уже скажут, что это какой-то детский сад. И понты. Просто замечательные виллы. Это напоминает Амалинау в Калининграде. Шикарно, да? Ну, уже брусчатки не осталось здесь, асфальтом все уложили. Очень сильное напоминание кёнигсбергской архитектуры в Восточной Пруссии. В Дрездене все просто шик. Никаких граффити. Люди, конечно, дерзкие. Нам попался один очень дерзкий тип. Если вы, кстати, в Восточной Германии, в Берлине в том числе, лучше не гладить чужих собак и вообще к чужой недвижимости и чужим вещам не прикасаться, потому что вы можете поиметь много проблем и окажетесь неправы. Поэтому, ну, если даже на вас там будут ругаться и вы будете возникать, вы первый сделаете ошибку. И поэтому... Лучше никого не прикасаться, никаким автомобилем, ничего не трогать. Ну, можно сфотографироваться, да. Но тоже можно получить взбучку, так сказать.
Мы сейчас находимся у вокзала Дрезден Новый Город. Это не главный вокзал, но тем не менее отсюда тоже поезда ходят в Саксонскую Швейцарию,